Здарова, громаньяки, с вами Джейсон, канал Трумани Геймс. Продолжаем прохождение South Park The Fractured Butthole. Я хотел встретиться с этой милой девчонкой, девочкой по вызову, чтобы выполнить какое-то задание для нее. А здесь у нас что? Здесь проходик-то. Mr. Connor sends his regards. He wanted to come himself, but he's a very busy man. He mentioned some horrible tragedy happened to your mother. Funny how a few moments in our lives can completely change who we are, huh? And now you're gonna be taken out by assassins, known as the City Ninja Service. Только не ниндзя! Как это так? Я же боюсь их больше всего. Hey, wait, you forgot to pay me! After it's done. No, you hire services of a shitty ninja service, you'll pay in advance! That's on the website! You don't sound Japanese, are you sure you're really ninjas? Yeah, I'm ninja, look at my fucking eyes! Come on, give me a check made out to a shitty ninja service! Just get it over with. Okay, we're from Shitty Ninja. I'm afraid we got paid to assassinate you today, so we have to do that, of course, on Russ. You want to pay us not to? $5,000. $5,000? Если заплатить, у меня их правда нет, но я, может быть, заплачу. You tricky in business, but you don't have enough money for bribes, so we still have to murder you. Sorry. Ах ты козел. Ничего страшного. Chaos's money goes only to his minions' competitive healthcare plan. Блин, 4 ниндзя. Have a really good feeling about this, guys. Дэнс. А эти штуки сломать нельзя? А почему их нельзя сломать? Блин, так нечестно. Тогда я буду здесь стоять. Вы пока можете вперед проходить, конечно. Сейчас я тоже вперед пройду. Нет, пока не могу ничего такого придумать. Могу только всадить вам чуть-чуть. Пока только чуть-чуть. Нет, не пойду. Или пойти, или всадить. Или не пойду. Или пойти. Или не идти. Давайте сменим позицию. Тыц. Оп, сломать что-нибудь можно? Нет. Ничего сломать не могу. Можешь кого-нибудь засадить? Тоже не можешь засадить? Пожалуйста, какая. Так, ладно, встану здесь. Проходим вперед. Вот он уже атакует. Кровотечение. Ну давай я пущу тебе кровь, возможно. Так, и он пустил мне кровь. Картман здесь стоит, черт побери. Ну пробеги через него, ну и что ты стесняешься? Не стесняйся. You know, ninja wear a special shoe? Very quiet, can hardly hear. Ладно, долбану так. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Взрыв и протекция. Может быть, всадить ему вот так? Я надеюсь, ты прямо сейчас умрешь. Один минус. Beware of the king.
резанул, но, к сожалению, жалко, не пустил им кровь. Допустим. Вот это прям было больно-больно. Может быть... Ну, в принципе, у нас есть спешл. Вот прям в ту зону, если отправить. Практически, ну, минус двое будут точно. Дрон смерти вылезает и готов к атаке. В полном вооружении. Миншиган, миниган там и всякий ган. Еще два. Это нечестно. Ну, возможно, он даже умрет. Готов. Еще два. Что за хрень? Мы так не договаривались. А это что за троечка? А почему он недоступен? Почему он недоступен, черт побери? Минус 160. Тенс. Шок. И дезориентация. Насколько это эффективно? Затрудняюсь ответить, честно. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, чёрт! Чё ты делаешь-то? Он призывает ещё ниндзя. Так же нечестно. Что за хрень? Разве так можно? Какого хрена? Нинджа, помп-оп, чунби! Fire begins. Так, может быть, шибануть атоком? А у нас выбор-то какой еще? Можно, конечно, так шибануть. Тогда двоих зацепят. Будут они током биться. Ну, пускай так. Капитан Диабетик. Warrior Spirit ready. О, Noble Death. Кошмар. Ниндзя, пига хлинда. И вроде у него кровотечение, но он не подыхает, скотина. Хорош кидаться. О, ниндзя, соктова хим. Ниндзя атак, ридедли. Живи, Картман. This is for scrambles, you bastards. Эй, что же делать? Не, ну так я его точно убью. Вот это вот козла никак. По идее, не могу. Тут только на один квадратик, да? Он не умрет. Зато этого можно убить. Что же делать? Давайте, ладно, шибану в этого. Они окружают нас. Черт побери. Так, надо кого-то воскрешать. Срочно воскрешать. Так. Антидот, буррито, улучшенный антидот с максимального оживления.
Прикольно, этого я не могу оживить. Ну, оживим нашу героя. Минус два. О, май гад, the Butlord Nagginot. Welcome to Coontown. Умрёшь, нет? Мне кажется, он не умрёт, а если я по нулю долбану? Ну, минус 140, но без крив... А, кривотечение даю, кстати. Пускай будет. Давай, режь их на кусочки. Демонстрируйте ниндзя-техник! Нет! Ну хватит! Это несправедливо. Блин, и он не умирает после этого, черт побери, а. Ну, два крита прошло, все отлично. Так. Так, воскрешения у нас больше нет. Бурито, улучшенный антидот. Твою мать. Жесть какая. Что могу? Могу током тебя заразить. Давай заражу тебя током. Блин, у меня один хп остался. Ниндзя, сюда ми! Enjoy ninja ska. One, two, three. Pretend that really hurt. My friends are watching. Давай умри, пожалуйста. Умри, я тебя прошу. Я тебя прошу, умри. Ну давай же, умри. Фу, охренеть, это было вообще. Это просто было еле-еле вытягивание боя. Это ниндзя, самые страшные существа, которые только можно. Артефакт отдали, свиток с 1000 ветров, 72. Что очень не круто, и 900, блин, опыта. Hard to find a good ninja these days. Я просто хотел проверить, что здесь. А это вылилось в целую битву жестокую с ниндзя. Кто бы мог подумать. Remember the Dagobah system? Sure, I remember. I loved it. Remember Study Alpha 5? Oh, yeah, I remember. Oh, Mimi. Тут вроде ничего нету. Чуть чудовищно странно это все. Дан-дан-дан. Зачем я сюда пошел? Здесь у нас что? Hey, you're that farty kid from the TV. How about давай. Давай, селфи. Мистер Маккормик. Oh, fucking glad that's over. Бум-бум-бум-бум. Это же отец Кенни, по-моему, нет? You wanna take a selfie with me, Farter? Карен Маккормик. Thanks, new kid. А что, у тебя уже все забрал? Чпоньк, чпоньк. Так, собираемся. Я вообще шел к девушке по вызову. К Cool Girl. Кенни. Помню, я у тебя здесь потайной проход, а там, где у тебя потайной проход, я находил что-то интересное, мне казалось. Ауч. А где мой друг?
Я что-то попутал. Ну, эту лаву-то я помню точно. О, быстрая транспортировка появилась. Так, здесь нам нужен спирткур. Полетим наверх сейчас. Это меня не туда понесло, конечно. О, еще один артефакт. Блин, это чудовищно круто. Еще выше? Или спускаться будем? Ой, кошечка. Так, надо... Надо время затормозить. Цветик гомосек. И надо еще повыше подняться там. Костюм пантеры, перчатки пантеры и маска пантеры. Все, мы можем спуститься теперь быстро. Главное не разбиться. Я вижу опять ниндзя. Пошел ты в жопу. Я вообще с тобой не хочу разговаривать. И в прошлый раз захватило. Это я пошел совсем не туда, куда бы мне хотелось. Так, по идее, мне бы сейчас налево и до конца. Правильно я выдвигаюсь? Да, вот где-то здесь. Где-то здесь, здесь нельзя нигде дорогу перейти. А то мне как раз очень надо, жалко. Дорогу переходить можно только по пешеходному переходу. Отстой! Не приставай ко мне, у меня нет на тебя времени. Там можно разблокировать, потом будет проход, но это будет потом. Бомжи. А где Call Girl? Где она? Мы, по-моему, договорились в туалете встретиться. We take squatters right seriously. Folks can tell by the smell. Hey, where are you, new kid? А я успел пройти. Я здесь. То есть она зашла не в тот туалет. Come on into my parlor, kid. I think it's wrong they make cisgendered people share a bathroom. It must be so hard for you. Anyway, I've got a problem, new kid. I'm like you, an outsider. I've been watching as adults in our town act stranger and stranger, but nobody will listen to me. I started cross-referencing everyone's Instagrams to see what kind of connection I could find. And that's when it happened. Somebody canceled my cellular data plan. My phone is dead. Whoever did this has to pay. I'm going to the mobile company to find out what happened. I can't go alone. I'm asking for your help, new kid. I think you're the only one who understands. Come on into my parlor, kid. Серьезно, ну пойдем. Я не буду бомжи с вами драться. Это сыпь не заразно? Так. Куда? На другой конец города, блин. Можно сразиться с Морганом Фрименом, но я боюсь, не на этом этапе.
emergency. Так, где наш товарищ? Просто этот парень меня действительно достал, хотел бы я его грохнуть уже. Farmer's Almanac calls for rain next week. Guess we'll see. Sure wish someone would fix things between my son and his little boyfriend. Yeah, I don't want Craig to see me posting on social media when he's so down. Помириться с сыну? О, как? Охренеть. Wait, that's the farting vigilante. Это я. New kid, come in. This is Mosquito. I have an urgent matter that could use your... Hang on, let me take this stupid thing off the thing. New kid, can you help me? I have a kind of problem. Just meet me outside of Raisins, okay? Mosquito out. Опять изюминки, опять встречи. Блин, ведь у тебя проблема с изюминками. If I can't use my mobile devices, I can't save this town. Let's go find out what's wrong with this place. Пойдем скорее, что же там творится? О, кихера себе. Люди-крабы. Problems connecting to the internet? Your name and mobile number, please! Your name and mobile number, please! Wait a minute, you weren't the people who worked here last week. That's right, we are glad people! Shh! We are glad people to work in this fine place. Can I interest you in a new contract with up to 5 gigabytes of data per month? No, I just want my phone to work right. Excellent, human! How dare you shun our data plan? I knew it. The phone company's been taken over by crab people. She's on to us. Call girl, save us! Come on, new kid. Let's wipe the floor with him. Crab people, crab people. Люди крабы. Freedom Power Coon Friend, you're cool in my book, new kid. Не забывайте, не заставляйте нас вызвать. Блин, может просто жопой в него влететь, а? Или зашокить их. Надо было новые артефакты вставить. Не любишь электричество? Почини мой интернет. Трамир вызывает упадок сил. В основном врага приходит ярость. Тенс, 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 тенс. У него тоже есть телефон. Прикольненько. Пошел вон. Whatever you just did, new kid. Glad to be working with you, new kid. Конечно, ты рад со мной работать. Как по-другому-то могло это быть? Так, 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 так. Блин, опять. До этого я не дотянусь. Я надеюсь, тебе больно. И кровотечение он запускает. Это плохо, конечно. Готов. Менеджер. Работник месяца. Менеджер King Crab. Нифига. Отдалей, говорит, королевского краба. Так я разве против? А он стоит дальше, да? Жалко-то как. Crab people, crab people. Хэтс, 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 может жопой его долбануть? О, точно, давайте так. Бом!
А, он призывает больше. Это плохо. Это чертовски нехорошо. The Yelp review I'm gonna write about this will end your careers. Super doxed! Your social life just got real quiet. Get that head crab, new kid! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Слышь, ничего не могу, могу только так сделать. Хрен бы с ним. Что это? Ни хрена. Так. А ты можешь подойти и всадить ему, нет? Не можешь, это плохо. No password is too complex for call girl. Может быть, их просто снести? Не получилось их просто так снести. Whatever you just did, new kid. I'm about ready to detonate some social media accounts. Так, и что она делает? И насколько ты снесет им хпшку? Да, собственно, почти краб-то умирает. Это очень круто. Ну-ка, давай-ка, замути-ка. Я-то не достаю, оказывается. Фу-фу-фу-фу-фу, какая гадость. ДНК-мутация. Краболом. Thank you, call girl. I don't know what those things were, but they smelled like crab and kissed like people. How can we repay you? Just get my phone working again, all right? Yes, yes, of course, call girl. Thanks for saving the mobile store once again. Thanks, new kid, but I have a feeling this isn't over. If you smell crab, call me. С ума сойти. How about we test D-Mobile's upload speed with a selfie? Джефф теперь мой друг, мой подписчик. You can bet I'll use my unlimited data to follow you on Coonstagram. Ooh, I'd love to do that after you purchase a phone plan. Блин. Почему я должен что-то оформлять? With those crab people gone, I finally have a shot at employee of the month. Sure, I'll take a selfie with my liberator. Нет. А то, значит, неблагодарная такая скотина. Пока, значит, мы не оформим тарифный план. Nice. Wanna upgrade to the unlimited selfie plan? Артефакт. Компоненты. Тариф D-Mobile. Предмет для задания, кстати. $30 стоит. That should come in handy, hero. Ну, допустим, я купил у тебя тариф. Thanks for checking in on us. Теперь ты сделаешь со мной селфи? Sure. After all, you spared me from servitude to a race of sentient crabs. Ага. Теперь ты вспомнил, да? Что я, оказывается, тебя спас. Скотина. Так.
Конечно, можно было пройтись, помочь еще и москита с его изюминками. Так, давайте посмотрим, что у нас снова с артефактами. Так, 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 60, это, конечно, все очень здорово. У нас появились штуки поинтересней. Например, на 72. Здесь у нас есть на 85. Заряжаемся. Но больше сотни-то вряд ли что-то есть. Так, 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 так. 72, 60. И больше я здесь уже вряд ли что-то себе поставлю. Да. Здесь только если пофертовать, значит, урон с отбрасыванием по назначению. Ну, вроде все нормально у нас так-то более-менее выглядит. Хил 462. Теперь отправимся к москитусу. Офицеры, а что у вас здесь? Что это за хрень? Так, надо как-то попасть туда, к девчонкам. Итак, я уже почти прибыл к москитусу. Что случилось? I can't go in there alone. Will you help? Then come on, you go first. Пойдем. Ты опять спускаешься деньги отца, да? This kid is here to take back my father's credit card, you buxom thieves. You gave us your dad's credit card when you wanted time in the wrestling pit with us. Not true. I just wanted to leave. Then why did you say, hang on, I'll be right back with my dad's credit card. He won't even know it's gone. No more head games. Give me the card or there's gonna be trouble. There a problem here, girls? Oh, there's about to be. Raisins, girls, unite! Ни хрена, чё их так не... Немного-то. Ну, в смысле, вы поняли. Много, до хрена их там. Я не могу, кстати, изменить. Она его очаровала. Have you guys met my main squeeze? Don't you dare lay a hand on her! That didn't take long. Вот. Тут давай, ты не будешь нас сейчас травить всех сразу. Как-нибудь потом. Потом. Так, ты что, хочешь разобраться со мной? Хочешь разобраться? Ты уверен, что хочешь разобраться? Может, не надо со мной разбираться, а? Эти, нет. Лазерная атака. Через меня он умеет бегать? Может быть, он умеет, но недостаточно хорошо, черт побери. Он будет здесь стоять. Кого будешь бить? О, нет! Нифига ты царапаешься. Все равно, все-таки траванул. Бонусы атаки, это чудовищно прекрасно. Может вас долбануть или тебя тоже отбросить? Можете отбросить? Можете нахрен отбросить? Или вас зашокить? Давайте зашочим. Блин, еще и меня рвет. Так, лечилка же работает, правильно? Только на одной линии, что ли, работает лечилка, что за хрень? Ты что, дурачок, что ли? Somebody wake me when it's my turn. Союзник получает защиту.
две сотни защиты, ну это неплохо. Супер Крэг to the rescue. Что может Супер Крэг? На одну линейку может Супер Крэг. Давай-ка ей... Блин... Это просто придаст ярости, не более того. Вот эту девчонку надо отбросить подальше, потому что у нее, наверное, разрушительная сила. И замедляем ее. Пошла ты в жопу. Че может? Че могешь? Ультимейт. Ультимейт, а эти будут повержены. Так, а нашего похилить ты можешь? Нет, хилить он не может никого. Давайте их прикончим, что ли. Ну, конечно, вышла еще одна волна. Опять. Она его просто волосила снова. Так, надо лечиться. Так, на 40, на 100, на 200. Кисадилья. Может, антидот выпить? Не, антидот пока не нужен, а вот кисадилья на 200 мне бы пригодилась. Так, давай, ну, не знаю, там, лазер смерти, там, как ты любишь. Минус 200. Ну-ка, давай-ка ей по башке прям. Еще две сотни. Cuties, все равно, но... В этой атаке поменьше. Я лучше бы их травил. Как ты очень плохо встал, я тебе так скажу. Дружище. Прям портишь всю малину. Так, а если я отсюда долбану? Ну, да, в принципе, неплохо. А я не долбану только, да, в этом вся проблема. Что за хрень вечно здесь происходит? Блин, на сотню сплюнуть, это шахренеть. Так. О, минусуем. Упала. Вопрос, насколько она отскочит. Ну, просто на одну клетку назад. Твари, что же за твари? Опять! Москита, ты предатель, вот прям честно. Она же вообще, на самом деле, западло. Хотел сейчас использовать лечение всех на этой карте, но... Блин, может просто его воскресить попробовать? Тогда может нас завалят? Или мы их завалим? Сыворотка оживления. Ну давайте воскресим. Блин, плюс 20. Да, он сам умер. Надо было лечить. Жесть какая. Так, ты умрешь. Ты можешь не умрешь. Ты умрешь. И ты можешь не умрешь. Но ты, может быть, умрешь все-таки.
see, what would reduce these fools to cinders? Oh, I know. Wrath of Kite! 200 все равно не помогут ей. Excellent stare tactics, human kite! Now who ordered the old-fashioned beating, cold as hell? Так. Так. Ну, я думаю, он ее просто добьет сейчас, и все. Get up, new kid. We beat them without you. Well, I guess it's just you and me now, bitches. Да ладно. Wait, I brought a friend. I'm not hitting on you. Here, friend, ask him. Охренеть. I'll put that order right in now. А так нечестно. Let's get совсем, this over with. Совсем. Нечестно. И стоит она совсем неудачно. Так, может нам хилку применить или воскрешение? Может я отойду пока? Это нам как-то поможет. Я в прошлый раз уже применил, блин, воскрешение. По идее бы его воскресить, а потом уже хилку применять. А потом ход можно будет пропустить. Но мне кажется, сейчас этот негодяй нас вырубит опять. So hot, а, во, все, назад отходим. И тогда... хилку на всех. Meanwhile, at the Hall of Super Best Friends... Let all debts be forgiven and all slaves free. Благодать сошла на нас и... у нас теперь прибавилось до хрена КП. Круто же. А, вообще неплохо. Так, а это у нас как работает на все поле? И они, кстати, будут гореть после этого. Блин. Тогда будет гореть и наш москита. Москита, как не вовремя, черт побери. Но еще два хода он будет нам, кстати, портить жизнь. Поэтому пью-пью, пускай будет огниво. Интересно, насколько ходов будет огниво. На 4. Sorry, didn't work out between us. Гори, я жирная тварь, гори. I'm gonna show you did burning raisin girls become a thing. Here I go. Я же говорю, гори. Назад ее и пускай там стоит. I am out of fucking again. Ass is sagging. Give him hell, douchebag. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. А я ничего не могу сделать, в принципе. Ну, не дотягиваюсь я, если добежать до нее. Ну, тогда я встану прямо здесь. Оно мне надо? Не надо оно мне совсем. Меня могут убить в таком случае. Я отступаю. It's getting windy in here. Минус. А, она ходить не может. Пускай подгорает пока. Подходить к ней я тоже не буду, я буду отступать. Так, ты там? Давай, лазер. Sorry, not interested. И еще она один ход горит. Dangerous curves ahead, boys. My turn. Так, если ты сам дальше еще разок, то ты станешь прямо перед ней. Это хреново. Она может тебя ушатать одним ударом. Но зато она вроде как больше никуда с места не сдвинется и... О, черт! Don't try to get rough with me, kid. Мы потом тормознем ее ход. И все у нас будет нормально. Чтоб она не смогла атаковать. Oh, now we're playing dirty. Human kite, ready to swoop. Отличненько. Девчонки-изюминки повержены. Это было прям жестко-жестко.
I gotta get this back to his dresser. Зато у нас есть анкета москиты теперь. Ну все ровненько. New kid, you're the best. Я, блин, старался, дружище, спасибо тебе. А, я с тобой уже фоткался, что ли? Наркоманская ты рожа. Yeah, I only take selfies with assassin superheroes. It's my thing. Aw, you need to buy a pass before I would dream of selfieing with you. Самое хреновое, что с ними, да, фоткаться можно, только купив здесь специальные пропуски. Для меня это, конечно, дико. Ну, вроде мы друзьям помогли, и продолжим с вами следующую часть. Всем удачи и пока, ребята.